Яндекс.Браузер стал переводить текст на картинках. Это первый десктопный браузер со встроенным переводом изображений. Соответствующее заявление компании в пятницу, 2 апреля, оказалось в распоряжении «Известий». Языковой барьер мешает людям познавать новое, ограничивая их контентом на родном языке. Одна из задач команды браузера – помочь людям преодолеть этот барьер, чтобы они комфортно чувствовали себя на любых сайтах. Мы давным-давно встроили в Яндекс.Браузер перевод текста, сегодня научили его переводить картинки и уже знаем, чему будем учить дальше, заявил руководитель Яндекс.Браузера. Как отмечается, браузер позволяет переводить сразу все картинки или по одной. Для того, чтобы перевести конкретное изображение, необходимо выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. В случае, если пользователь переводит весь сайт, на картинках появляется кнопка «Перевести», так можно переводить изображение выборочно. Чтобы осуществить перевод всех картинок, надо открыть меню переводчика в адресной строке и выбрать нужный пункт.